по сегодняшнему. Да, спасибо ребятам. Немножко скомканно первый тайм получилось. Почему? Потому что да, забили. Но не увеличили, не упрочили преимущество и не развивали его. Но потом откладывали. Ну и, соответственно, получили пенальти. Ну, вот. Рад, что второй тайм также продолжали интенсивно и в целом, в общем, победили всех с победой. Спасибо. Вопрос. Ну, во-первых, надо поздравить Гомель, потому что с таким счетом Гомель выступаю первый. Вот в высшем дивизионе, я что-то не помню, давненько, да? Вот, это приятно. Иван Сергеевич, чем вот причина какая, что в очков в старте не был заявлен? Почему? Потому что немножко это наш лидер, это наш основной мотор, и немножко он задохнулся, ему надо было дать время выйти на замену, ему надо было время отдохнуть, передохнуть, потому что все 7 игр, он интенсивно играл, интенсивно работал, на него большая нагрузка была. И это уже зрело в предыдущих играх, но это наш ключевой игрок, и заменить ключевого игрока, при том наличии, то, что у нас есть действительно хорошая конкуренция, но было сложно. И, соответственно, вот как раз-таки в эту игру сложились так обстоятельства, что нам надо было 3 опорных, нам надо было 3 нападающих. И была хорошая возможность дать ему передохнуть и дать набраться сил и немножко перевести дух. А чем была вызвана двойная замена? Двоих сразу мы замены. Ну, Гомс, она была, нам надо было немножко лазера уже подводить под стартовые минуты и под стартовую игру, это раз. Гомза немножко скис, и тоже надо было более динамичная игра. Вот. Ну и надо было перестроиться на 4-4-2, потому что немножко не хватало нам выдвижения, не хватало, не то что не выдвижения, не хватало нам немножко баланса в средней части поля, баланса именно с высокого прессинга в среднюю часть прессинга. Поэтому нам надо было немножко перестроиться и использовать 4-4-2. И тут и хорошо и Гомза заложился, замена Гомза, и хорошо замена Кострова ложилась.